Между тем, в решающую стадию вошли переговоры о создании в нашем городе команды молодежной хоккейной лиги. Она может появиться уже в следующем сезоне вместо ханты-мансийских «Мамонтов» и «Югры». Кроме того, начались переговоры с инвесторами по строительству в Сургуте нового стадиона на 4500 мест, спортивного интерната и тренировочных катков. Предположительно, большой ледовый центр расположится в районе Югорского тракта в 3-5 километрах от действующей арены. Сейчас мы убедились в том, что люди хотят, поддерживают, и они действительно соскучились по большому хоккею, по большому спорту. Поэтому сейчас мы готовим в адрес губернатора просьбу о том, чтобы она походатайствовала об открытии именно и переводе молодежной хоккейной лиги в Сургут. Где будет играть клуб молодежной хоккейной лиги и кто пополнит состав команды? Насколько реально появление в нашем городе профессионального клуба в ближайшие пару лет? Подробный репортаж о будущем сургутского хоккея смотрите в воскресенье в программе «Телевизионный обзор новостей».